Ну вот, приехали на место. Наши уральские горушки. Озеро. Рыбачки сидят. Выдвигаемся к месту рыбалки. А там посмотрим. Вот такая красота. Пришли на место. Будем потихоньку буриться. Лед толстый. Бурим на коленях. Лед примерно с метр, наверное. Вот она. Уральская природа. Рыба не клюет, глухозимье продолжается. Рыбаки есть, все скучают. Поставил уже самую спортивную снасть, лесочка 006. Мормышка вольфрамовая, долю грамма. Не помню, сколько весит. 2 миллиметра, по-моему, да? Да, 2 миллиметра или 1,5 даже. Вольфрамчик. Ни на игру, ни на стоячку. Пока ничего нет. Другие лунки закормил. Пробегусь попозже по ним. Вот такая она, наша уральская рыбалка в глухозимье. Можно и с нулем остаться. Наверное, снизилось давление. Похоже, над горами снег идет. Все потемнело, затянуло. Вот столько сидит народу. Один поймал окушка небольшого. У меня 2 тычка. И у соседа 2 невнятных тычка. Вот вся рыбалка. Меняем водоем. Приехали на другое озеро. Тоже рыбаки есть, но немного. Выдвигаемся к месту. Посмотрим, что здесь. Ветер, зараза, поднимается. Придется палатку ставить. Сел на новые луночки. Прикормил. Народ потихоньку ставит палатки. Ветер поднимается. Да, ветер, мороз, наша уральская глухозимье продолжается. Ну ладно, заряжаем удочки. Первую прикормим. Да? Мороз небольшой, но все равно на ветру подмерзает. Руки пока не замерзли. Если ветер будет усиливаться, палатку ставить. Оп, на подъемчик. Ну вот, наконец-то вымучил первого окунишку. Вот такой трофей наш. Так. Личком. Ловись, рыбка большая и маленькая.
чем недостаток тонкой лески. На ветру она, конечно, очень хочет путаться. Аккуратно с ней надо тут. Даже оклёткой. Порвать не хотелось бы тут. Другие удочки доставать или перевязывать. Уверенно клюнул. Ну, игру подобрал, потому что вот даже вот такой малышок в палец размером. И то заглотил так, что, в общем-то, мормышку не видно. Иди гуляй, друг. Спасибо за поклевку. Так, поехали дальше. Есть. Ай, чё ж такие мелкие-то сегодня. А? Насаживать придется колечком. И по одному. Иначе дело с такой рыбой не будет, хоть поклевки будут. Так, под хвостик. Оп. Так, попробуем колечком. Да, народ сидит, скучает. Постучим. Да, не хочется. Вчера 25 мороз, сегодня 5. Давление низкое. Результат. Приехали за плотвой. Даже близко нету. Мизинчиковые матросики и все. И те что-то перестали. О. Наплакал. Матросика. Ну, как говорится, на безрыбье. Ура! Поймал. Вымучил. Да, давно я на такой рыбалке не был. Ну, что делать? На то она и рыбалка. От городской суеты отдохнуть. Так, пускаем. Бьем по дну. Поднимаем и потихонечку пошли играть. Вообще мы рассчитывали сегодня на плотву, конечно, или как у нас ее это называют на Урале, чебак. Поэтому я закормил сухарем, стараясь этого окуня мелкого отогнать. Но вот он что-то не отошел.
и сам не клюет. В принципе, чебак, когда подходит, он окунишку выгоняет. Очень чувствительный сторожок, даже ветер мешает. Очень тонкая леска, очень легкая мормышка. Выглянуло солнышко, ура! Так, пускаем, стучим по дну. Немножко побольше полосатик, но тоже маленький. Посмотрим. Все на спортивную мормышку, леска 006. Услышав словосочетание «уральская рыбалка», «рыбалка на Урале», думает, наверное, что у нас тут рыба в каждом огромных размеров. На севере, да. Вот. Недалеко от города. Да еще в глухозимье. Ну вот такая. В другое время вот это мелочь, как из пулемета клюет, не успеваешь опускать. А, сегодня даже эта мелочь капризничает. Ну все, машина загружена. Все на месте. Вот он наш улов в уральской глухозимье. Плотвы надербанили. Ну, думаю, килограмма 4-5. Да, ближе к 5, наверное. Все-таки мы ее нашли. Ура, мы молодцы.